Китайский автопром, пожалуй, активнее других работает над развитием зеленых технологий. А для демонстрации этих самых технологий проводится ежегодное ралли электромобилей CEVR, в котором принимают участие самые крупные автомобильные компании. Так концерн Chery заявил свои батарейные хиты – компактный хэтчбэк EQ1 и кроссовер EQ5. После тщательной экспертной оценки автомобили завоевали 10 наград, среди которых лучшая выносливость и лучшая быстрая зарядка. А вот немного подробностей. В этом году общий конкурсный пробег для каждого автомобиля составил 1145 километров, а наибольшая высота — 3940 метров над уровнем моря. Оценка моделей происходила по 12 параметрам. Это быстрота зарядки, время автономной работы и другие, включая управляемость, технологичность и комфорт. Также техника оценивалась из позиций реальных пользователей. В итоге электромобили Chery сумели показать отменные результаты. EQ1 получил награды за выносливость, шумоизоляцию и эргономику, а также получил почетное звание лучшего компактного электрокара. EQ5 поразил членов жюри быстротой зарядки и способностью преодолевать препятствия. Кроме того, машину похвалили за управляемость, интерьер, эргономику и выносливость. Премиальный бренд Exeed, до недавнего времени носившее название Chery Exeed, сейчас представлен на российском рынке всего одной моделью — кроссовером TXL. Однако впереди марку ждет расширение гаммы. К нам спешит флагманский кроссовер VX длиной без малого 5 метров. Собственно, благодаря внушительным габаритам модель располагает трехрядным салоном и вместительным багажником. А другие подробности мы узнаем несколько позже. И финальная новость. У Chery Tiggo имеется модель 7 Pro, во всяком случае так она именуется на российском рынке. А сейчас кроссовер пережил обновление. Новинку отличают подретушированный дизайн да мягкогибридная надстройка. В салоне появился огромный широкоформатный дисплей, составленный из двух экранов. Ради него интерьерщикам пришлось подправить оформление передней панели, а также внедрить другой блок управления климатикой. Пока Chery Tiggo 7 Plus, как назвали премьеру авторы, будет представлен лишь на родном китайском рынке.